порядок навела, дом убран, полы чистые, посуда чистая, хлеб замесили, цветы полили, подкормили, белье разобрали, пиздец. Постель заправили, все сделали, друзья мои. А теперь самое времечко, после того, как я еще и ванну отдраила, и еще одно любимое место тоже я отдраила, можно выпить и кофе. Наконец-то, друзья мои. Давайте же сварим. Вы представляете, что со мной будет? Какой будет у меня заряд энергии после того, как я выпью кофе? Если я уже столько с утра переделала, не сделав ни глоток живительной, вот этой вот мощной, чего? Мощной силы. Сила кофе. Сила кофе будет со мной. Какой? Коламбия Супрема. Снова. Снова милю тебя. Снова милю тебя, кофе. А в ответ тишина. Сейчас я тебя намилю. Три ложечки с горкой пиндюрю, так и быть. Разрешите пиндюрить. Разрешаемся. У меня маникюр воет. Воет это просто, чтобы я его переделала. Уже вот здесь цепанулась и выломала кусок ногтя вместе с лаком. Или лак вместе с ногтем. В общем, надо. Надо, друзья мои. Но сначала кофе. А потом все остальное. Хлебушек подходит, мой сладкий. Отличная новость. Все. Ждемся.